Ну вот он погружается в воду. Видим, он достаточно прямо находится. И начинаем. Сверху даже покажу, чтобы лучше было видно. Игра есть. Итак, приветствую вас, дорогие друзья. Спросите ли вы, можно ли сделать вот такого, из такого жесткого поролона, ничем его не покрывая, воблер, при этом он будет уловистым и при этом он будет играть? Да, конечно, можно. Давайте я вам покажу. Вырезаем наш. Ну, это из-под техники. Из-под техники вырезаем наш жесткий поролон и начинаем делать с него наш воблер. Все, в принципе, наша заготовка готова. Такой вот будет у нас воблер. Видите, легко и просто мы все вырезали. Горелочку нашу. Аккуратно работайте с этим материалом. Он потому что очень сильно боится. Вот видите, пробили достаточно хорошо. Он очень сильно боится горячей температуры, может расплавиться. Тут нормально все получилось. Такой вот воблер. Далее, надо нам сделать для него лопатку. Лопатка по классике под леденца. Берем. Разогреваем. И делаем нашу лопатку. Три раза. И все равняем нашу лопатку. То есть здесь мы будем нагревать и слегка равнять это все дело отверткой, пока не придаст нам нужная форма. Ну, сделали вот такую вот лопатку, достаточно интересную. Выплавили. Здесь раскаляем. Нашу иголочку и пробиваем отверстие под все, продеваем нашу проволоку. Здесь делаем такую вот петлю. Здесь интересная такая задумка. Я тоже эту петлю сейчас раскаляю. И прямо она войдет в наш пластик. Сейчас вы все сами увидите. Раскаляется петля. Зажимаем и аккуратно вплавливаем в наш пластик. Все, здесь все пропаяли. Все надежно. Такая вот лопаточка у нас красивая. И здесь замеряем. Делаем тоже с другой стороны петлю. Лишнее откусываем. Все, монтируем нашу конструкцию.
Здесь дадим каплю клея, чтобы все надежно встало. Все. Смотрим, чтобы у нас лопасть была ровно. Далее. Берем канцелярский нож здесь и разрезаем. Разрезаем нашу конструкцию. Здесь мы установим, вот у меня пластина, сколько нужно я. И вот такой вот груз сейчас мы установим нашу конструкцию. Ну, тут мы измерим. Тут сейчас, если груз не подойдет, еще раз, то есть, проверим. И давайте отправим сейчас его в ванну. Первоначально просто проверим, как он будет работать. Нам нужна красивая игра. И дальше я все вам покажу. Установили вот два груза сюда. Сейчас мы их... Сейчас мы просто их заклеим и прижмем. Здесь, смотрите, да, он набирает воды. Но я сутки подержал такую заготовку в воде. Она также была на плаву и также играла. То есть, да, из поролона такого можно делать воблер. При том же нужен груз. Мы же не будем его кидать. Он какой-то вес сейчас имеет у нас. И можно его забрасывать. Все, последнее приготовление. Я готов вам его показать. Сейчас я закрою наш, приклею здесь наш груз и пойдем проверять его в ванной. Далее единственное, что здесь еще глазики сделаем. Также его черный оставим, можно его оставить черным. Можно в принципе, ну глаза, больше ничего не нужно. Можно покрасить это на ваше усмотрение. Все, вот такой вот классный у нас воблер получился. Сейчас вы увидите. Сейчас оснащу его кольцом заводным и тройным крючком. Дальше вы все сами увидите. Глаза здесь приклею. Ну, глаза прямо сейчас давайте сразу приклеим. Это недолго. Есть специальные глаза. У меня такие наборчики трех размеров. Да даже какой трех? Четырех размеров на все приманки. Берем вот наш глаз и приклеиваем. Ну что, давайте проверим эту красоту. Ну нормально, 76 грамм. Это как вертушка, то есть можно забрасывать уже. Чуть-чуть даже заглубляется. Идеально подойдет для затонов, камышей, где ковры. Видите? Самое главное, он играет. Вот, если быстро проводим, он погружается на дно, и при этом игра бомбическая. Но кто скажет, что у него нету игры? Он не плывет, как бревно. Он играет. Ну, я его протестировал. Он долгое время находился тоже в воде, при этом даже... Ну, вода попадает, но он все равно не тонет. Ну и так, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!